Республиканский этап конкурса «Первоцвет-2023» состоялся 3 апреля в Дагестанском институте развития образования. Участие в нем приняли победители и призеры муниципальных испытаний. На площадке, состоящей из 13 секций, проходила защита исследовательских проектов, где в каждой из них были определены лучшие. Ребята подготовили работы по самым различным темам. Вторая жизнь пластиковых бутылок, культура и быт предков, о чем могут рассказать монеты и многие другие. Целью конкурса является создание необходимых условий для выявления интеллектуально и творчески одаренных учащихся начальных классов, развития у них креативности, самостоятельности мышления и навыков владения предметом исследования. Как отметила руководитель Центра развития дошкольного и начального образования ДИРО Залиха Идрисова, «Первоцвет-2023» направлен на стимулирование познавательной и научно-исследовательской деятельности и творчества. Анастасия Колесникова, Амарбек Газиев, новости, телеканал «Среда».